додумались до чего-нибудь за это время, Варенцов? О чем мне думать? Мне думать нечего. Напрасно. Напрасно. Я бы на вашем месте очень крепко подумал. 146-я статья, часть 2. Да еще тяжкие телесные. Дистанция. Дистанция огромная. От 6 до 15 лет. Неужели вам не все равно, сколько времени сидеть? Ну, не виноват я. Николай Васильевич, как вы заметили, я к вам очень хорошо отношусь. Все это время я с вами был вежлив, корректен, не правда ли? Поверьте, я желаю вам добра. Сегодня мы встречаемся с вами в последний раз. Завтра я закончу обвинительные заключения на подпись прокурору, и дело уйдет в суд. А суд при вынесении приговора интересует все, в том числе личность обвиняемого и его отношение к данному делу. Если судья при вынесении приговора обнаружит в деле полное признание вины, чистосердечное раскаяние обвиняемого, плюс первая судимость, может, и дадут каких-нибудь 7-8 лет. А там ударный труд, примерное поведение, амнистия какая-нибудь. Сбавят срок и через 4 годика на свободе. Ну, не делал я ничего, не виноват я. Опять не слава богу. Да поймите же, Варенцов, мне, лично мне, вашего признания уже не надо. Видите, я даже без протокола с вами беседую. Если честно, мне вообще ничего не надо. Я уже год как должен находиться на заслуженном отдыхе. Вот выработаю честно положенный срок, чтобы к пенсии 10 добавили. И уйду. Уеду на дачу помидоры выращивать. Я ради вас сейчас стараюсь. Ради вас. Допустим. Допустим, что я даже вам верю, что вы не виноваты. Допустим. Но факты... А юриспруденция опирается только на факты, а не на чувства. А тут еще свидетельские показания ваших же товарищей. Не товарищи, не мне. Ладно, ладно. У суда и без этого достаточно оснований, чтобы осудить вас по самому большому счету. 15 лет, Варенцов. Вдумайтесь. Это почти столько же, сколько вы прожили на свете. Вы даже себе представить не можете, что такое 15 лет. Скажу вам честно, не каждый доживает до конца такого срока. Среди тех, кто осужден на такие сроки, немалый процент смертности. Если вы даже выживете, будут утрачены лучшие годы, здоровье, жизнь. Вы вернетесь дряхлым стариком, инвалидом. Вам трудно будет устроиться на работу, прописаться. Не на что будет жить. Нужны деньги. А где вы их возьмете? Снова потянет на преступление? Любая, даже самая мелкая кража, новый срок, тюрьма, смерть. Вы понимаете, на что вы обрекаете себя собственной глупостью? Нежеланием написать признание, раскаяться? Не виноват я, не виноват. Варенцов, в деле имеется протокол опознания. При опознании потерпевший указал на вас. В графе «Подпись опознаваемого» стоит ваш автограф. Ваша подпись, Варенцов, косвенное признание собственной вины. Фактически свою вину вы уже признали, понимаете? Сами же сказали, подпиши, сунули бумажку, вот я и подписал. Да вы что, неграмотный, что ли? Читать не умеете? Или вам все равно, что подписывать? Не виноват я, не делаю ничего. Так что, Варенцов, считайте, что я вас обо всем предупредил. И теперь пеняйте только на себя.
плакать нечего. Слезами тут не поможешь. Ну, ладно. Ради вашего спасения, завтра я заеду еще раз. И считайте, что это последний шанс. Думайте, Варенцов, думайте. Если нет, то вы пошли на самоубийство. Войдите. Встать. Руки назад. Прямо по коридору. Пойдешь, да? Не пойду! Я сказал тебе уже! Сказал, да? Да! А-а-а. Ну так на! Гадина, никуда не пойдешь! Тебя 20 раз просить надо за это, да? Что вообще делать хочешь, да? Дерьмо! Завязывай! Что вы делаете? Что вы делаете? Вы что, заманили, что ли? Ты что, долбанулся, что ли? Сюзя, что они с тобой сделали? Господи! Я тебя заткнись, урод! Кончайте лось, ты поганый! Ой, ужас какой! Еще раз, Сюзя! Еще раз! Пошел отсюда! Сюзенька, тебе больно, да? Ну покажи, что там у тебя, Сюзя? Глаз! Глаз, да? Сюзя! Ой, кошмар какой, Сюзя! Пойдем, я тебя на колонке обмою. Ну, пойдем, Сюзи. Да пошла ты! Привет. Светка, ты там сказала своему братцу, если он завтра в ментуру не придет, она его убьет нафиг. Не знаю, что с ним случилось в последнее время, озверел совсем. Там главное делать-то ничего не надо. Пришел, поставил под протоколом, с моих слов записано верно, расписался и все. Думаешь, я не вижу, как ты фонаря на Сюзика натравливаешь? Да ты, что, Свет? Да ты ж сама видела. Да если б не я, фонарь бы твоего Сюзика вообще бы нафиг укокошил. Так что ты ему скажи. Я скажу. Скажу. Ты что, Свет? А? Что-то ты не заходишь совсем. Прошла любовь, завяли помидоры. Не нужна стала. Ты же знаешь, у меня вступительные экзамены. Я готовлюсь. То да сё. Светка, а ты чё? Обиделась, что ли? Я зайду. Хочешь, сегодня погуляю? Ну, гуляюсь уже. Залете я, Олег Батькович. Чего? Не врубаешься? Бэбика тебе рожу через 8 месяцев. Подожди. Свет, подожди, а ты врача-то хоть была? Да не волнуйся ты. Все нормально будет. Я ж не с дуба рухнула, чтоб 16 лет матери героя не записываться. Сама виновата. Свет, а что, если я поговорю со своей маманей? Ты же знаешь, она без тараканов. А у нее в больнице знакомые есть. Сделают все с укольчиком, как надо. И не узнает никто. Свет, ну что ты молчишь? Ну да, я не заходил. Ну извини меня, пожалуйста. Я же не знал об этом. Потом милиция, вступительные экзамены. Замотался. Свет, прости меня. У меня к тебе ничего не прошло. Ну, правда. Извини меня. Я тебя очень люблю, прости. Здравствуйте. Здрасте. Тамара Тимофеевна? Да. Гениально. А я Бешметьев. Павел Аркадьевич. Можно просто Паша. Я к вам от Веры Георгиевны. А кто это такая? Узнаете? Вы, когда уходили от Бергов, забыли вот это письмо. А, да-да. Вы уж извините.
Вера Георгиевна его прочла и связалась со мной. Я адвокат из Москвы. Ученик покойного Станислава Карловича. Короче, я в курсе, если мы с вами договоримся, я готов взять на себя защиту вашего племянника. За 3000-то? Почему именно за 3? Да тут у нас я была. Простите, давайте пройдем в комнату, а то ваша соседка уже на посту. А, да. Конечно, проходите. Конечно, проходите, проходите. Да, правильную линию держишь, бабуля. Враг не дремлет, бди. Проходите, проходите. Присаживайтесь к столу. Была я в консультации. Сидит там пузатый, распиным пьяно, перегаром дышит. Суд говорит скоро, готовь, тетка, 3000, спасать твоего дурака. А нет, поставят к стенке и дошлепнут. Тамара Тимофеевна, а что это у вас с окнами-то? Да холодно без стекол. А почему без стекол? Так побили. Кто? Люди. А что же это за люди такие? Ничего не знаю. Они, как стемнеют, приходят и бьют. На улицу не выйди, на работе беда. Гадюка, говорят, змееныша вырастила. Змееныш от племянника ваш? Ага, Колька. Тамара Тимофеевна, а вы по поводу стекол в милицию обращались? Обращалась. И что? Ну, так говорят, к вашему дому специально наряд не поставишь, а людям не запретишь. Чего не запретишь? Стекла бить? Да нет, гневаться. Гениально. И что же они так гневаются-то? Так жалеючи, наверное, мужика потерпевшего, на которого, как говорят, Колька нападал. Вы знаете, а мужик, наверное, был хороший. Почему был? Так помер он 3-го дня. Как помер? Потерпевший, что ли? Ну да. Завтра хоронить повезут. Гениально. Пришла? Ждет вас в машине. Опаздываем. Самую малость, Игорь Федорович. Да, Игорь Федорович, такое дело. Тетка Варенцова, преступника этого, она адвоката из Москвы наняла. Зина, посмотри, что у меня в глаз что-то попало. Да ничего особенного. Мальчишка, в общем-то. Но опыт есть. Шустрый такой. За вчерашний день успел в больнице побывать, в прокуратуре, в суд успел заскочить. Но вы не волнуйтесь, я это держу на контроле. Тяжело. Очень тяжело, товарищи, осознавать, что на этом заводе я прошел славный трудовой путь. Ветеран войны, коммунист с марта 1944 года. Наш друг, товарищ, ныне покойный Федор Иванович. И вот на этом же заводе, на наших глазах, нынче вырос преступник, выродок. Некоторые могут высказать свои сомнения, свои пессимистические настроения.
Дескать, смотрите, какая выросла молодежь. Но это неверно, товарищ. Я бы таких подлецов на месте бы расстреливал. Какая пришла нынче молодежь, чтобы отдать последний долг. Хорошо, расстреляй. Федор Иванович. Они у нас гуманисты. И спокойно, дорогой друг. Пусть земля тебе будет пухом, а память о тебе останется в наших сердцах. Слово предоставляется секретарю горкома, товарищу Мыльникову Игорю Федоровичу. Мне выпало большое счастье в жизни быть другом, Федор Иванович. Наша дружба началась в те далекие годы, когда я молодым инженером после вуза пришел на завод. И вот уже 25 лет я чувствовал рядом плечо моего друга. Я слышал, у него сердце больное. Нет, ему операцию делали. А, говорят, он его из ружья. Нет. Прощай, Федор Иванович. Единственное, что я могу обещать тебе, сегодня здесь, перед твоими родными и близкими, перед всем народом, что тот, кто покушался на твою жизнь, не уйдет от возмездия. Спи спокойно. Светлая память о тебе навсегда сохранится в наших сердцах. Зачем ты написал признание? Он сказал, так будет лучше. Так будет лучше? Следователь мне так сказал. Гениально. Что так будет лучше? Ты один ограбил? Или в тюрьму очень хочется? Нет. Что нет? Не грабил или не хочется? Не грабил и не хочется. Ну так кому же будет лучше от твоего признания? Не знаю. Ну, подумай. Или ты всегда так, за тебя кто-нибудь думает, решает? Вот решат завтра, что ты преступник. Ну, что тогда? Не. Ну, что-то все нет, да нет. Вполне реально. Есть, конечно, кое-какие дыры в твоем деле, но ты их своим признанием затыкаешь напрочь. И запомни, пока своей головой думать не научишься, что захотят с тобой, то и сделают. Захотят посадить, посадят. Захотят помиловать, помилуют. Захотят, будет у тебя демократизация с гласностью. Они захотят, закрутят гайки и скажут, так будет лучше. Эндегене балалай, эндегене ве. Эрдегене балалай. Первое. Как только судья обратится к тебе, есть ли какие-нибудь ходатайства, жалобы, заявления, вставай и полный вперед. Отказывайся от своего признания. Ну, мотивируя тем, что следователь вынудил тебя написать его, оказывая на тебя в ходе дознания психологическое давление. Вникаешь в суть? А ну как не спросят? Чего не спросят? Судья возьмет и не спросит. Ну, спросит, спросит, порядок такой. Ну, ты в суть вникай. Повторить сможешь? Чего? Ну, то, что я тебе сейчас сказал. Про следователя? Гениально. Что ж такой робкий-то? Небось, когда на мотоцикле гонял, смелый был.
Мы просто катались от нечего делать. А что, действительно нечего? А чего? Че тут делать? Не знаю. Ты куришь? Ага. Бери пачку. О, спасибо. Да ну. Простишь там, в камере. Занялись бы чем-нибудь. Сходили бы куда-нибудь. Куда тут ходить-то? В кино. Че-что сразу в кино? Ну, в музей. Есть тут у вас в городе музей? Ага. Один революционный, другой в монастыре. Ну вот. Сходили бы в музей. Тоска там. Почему? Тоска и все. Ну, а на заводе как? А что на заводе? Да, на заводе тоже не весело. И последнее. Обо всем, о чем мы с тобой говорили, никому ни слова. Вникаешь в суть? Вопросы есть какие-нибудь ко мне? Думаете, получится? Что, процесс выиграть? Попробуем. Главное, как бы на тебя не давили, как бы не стращали, стой на своем. Не виноваты все. Ясно? Здравствуйте. Вот меня вы вызывали. Куда мне? А, посидите, вас вызовут. А. Нас вместе вызовут или по одному? По одному. По одному? Да не дрейф. Говори все, как договаривались. Угу. Подсудимый Варенцов, Николай Васильевич, вы хотите сказать, что вы отказываетесь от своего признания? Да. А почему же вы написали его? Это Авдеев, следователь. Говорил, что прибавит срок, если не признаюсь. Пугал меня долго. Потом продиктовал, я и написал. То есть вы хотите сказать, что вы написали свое признание только потому, что следователь вынудил вас сделать это? Да. А сами вы утверждаете, что никакого преступления вы не совершали и никакой вины за собой не чувствуете? Да. Садитесь, подсудимый. Товарищ судья, я со своей стороны хочу подтвердить претензии моего подзащитного письменным заявлением. Я прошу приобщить его к делу. Благодарю вас. Пожалуйста. Где твой брат? Отвали. Где Зюзик, я спрашиваю? Иди в баню. Слушай, я его по стене размажу, тебе ясно? А ну заткнись, урод, тихо, скотина! Тихо. А ну-ка, тихо! А ты ему скажи, чтобы он заткнулся! Ну, сядь! Вы что, дурак. Совсем Афанасий Ильич? А что ты защищаешь? Он не придет, и я опять виноват, да? Дурак! Чего он выдрючивается сейчас, лицо строит? Что вы на самом деле? Здесь же суд! Знаешь, милиционер, все нормально. Это он съел что-нибудь не то, понимаете? Тошнота, головокружение, рвота. Бывает. Здорово, Зюзя. Привет. Ты смотри, зомбак. Хорошо, иди. Это московский подучил его, что говорит? Да ну нет, расписал признание, значит, виноват. Ну. Нет, дыма без. Минуточку, молодой человек. Я свидетель. Поездочку, пожалуйста. Ага. Проходите наверх. Спасибо. Я, говорит, дяденька, футбол смотрю. А у самого угада. Свидетель, здесь суд. Выбирайте выражение. Извините. Куртка топорщица. Я к холодильнику. А он шесть. И как ветром сдуло. Извините. Бутылку гнида. Извините. Спер. Извините.
И это все? А что еще? Да заодно за это. Подсудимый, что вы можете сказать по поводу показаний свидетеля Яковлева? Так все было? Нет. Встаньте, Варенцов. Про бутылку правда. А кошелька я ему не показывал. И не хвастал, что будто кошелек у мужчины отнял. Врет он. Скажите, Варенцов. Да стой, куда ты? Я стой, куда встанешь? Стой, я тебе сказал. Руки убери! В чем дело? Руки! Покиньте зал! Развините! Немедленно покиньте зал! Привет! Варенцов, сядьте! Вас пригласят, когда будет нужно. Убери руки! Да выйдешь ты из зала. А сейчас немедленно покиньте зал. Да, если они в зале суда сидят. Товарищ секретарь, пригласите, пожалуйста, свидетеля Гордиенко. Гуляй! Иди! Нет, поганый! Зюзя, брось ты! Да убери ты руки! Свидетель Гордиенко. Я. Пожалуйста, пройдите в зал. Потом ты скажи. Давай. Я свидетель! Я хочу дать показания! Я вам повторяю, когда вы понадобитесь, мы вас пригласим. А сейчас немедленно покиньте зал. Мы пойдем, я не выйду! Чай ничем миновал! Спокойно. Это не он! Тихо! Убери руки! Тихо, товарищи, тихо! Руки отпусти, я сказал! Я тебе сказал. Я все скажу, пропустите меня! Тихо, я прошу полной тишины! Тише! Отпусти, я сказал! Отпустите его! Отпустите, отпустите его! Курду порвал, ответишь! Все, товарищи, выходите, выходите, выходите. Я все равно не выйду. Чай ничем не виноват. Это не он. Собака. Варенцов его не грабил. Это не он. Это ясно, Зюзин. Вы говорите об этом уже в четвертый раз. Я могу и в пятый. Не он это. Значит, вы отказываетесь? От своих прежних показаний. Да! Я убил этого мужика. Зачем он на тебя? Да, я убил мужика. Надел ему полиэтиленовый пакет на голову и большим камнем по башке. А потом мы решили врать, что это чайник. Ну, Варенцов! Зюзик, ты чего? Так, зачем? Ничего, он плетет. Ты пока здесь. Чего? Да успокойтесь, Варенцов. Александр, свидетель, по-моему, пьян. Скажите, Зюзин, вы отвечаете за свои показания? Отвечаю. Меня судите. Свидетель Зюзин, ответьте суду на такой вопрос. Вы употребляли сегодня спиртное? Чего? У суда сложилось впечатление, что вы изрядно выпили. Я отрезал, как стадо бегемотов. Люди, вам придется пройти медэкспертизу. Всегда готов. В судебном заседании объявляется перерыв. Слушание дела гражданина Варенцова переносится на завтра на 9 утра. Товарищ адвокат. Черти, что вообще творилось? Я бы хотел сказать вам два слова. Я вас слушаю. Я провожу вас. Пожалуйста. Вы в гостиницу? Да. Нам по пути. Зюзина. Пардон. Зюзина, вам придется поехать с братом в поликлинику на экспертизу. Пойдемте. Угу. Я понимаю, молодость. Желание подзаработать. Опять же, тщеславие. Такой молодой адвокат, а какое громкое дело выиграл. Простите, вы всегда так обращаетесь? Сначала задаете вопрос, а потом сами на него отвечаете. Я должен вас огорчить, Павел Аркадьевич. Вы это дело проиграете. Я вам больше скажу, вы его уже проиграли. То есть? Не понимаете? Вы до суда подавали ходатайство, чтобы дело Варенцова направили на доследование? Так? Так. Однако прокурор его отфутболил, а судья, несмотря на него, вынесла постановление о направлении дела Варенцова в суд. Ваш поступок проигнорировали, его просто не заметили. И могу вас заверить, что в дальнейшем все будет точно так же.
А знаете почему? Не знаю, поймете ли. Здесь провинция. Своя особая специфика. И в конце концов у нас дело решает даже не суд. Вот как? Вернее, не только он. Ну а кто же? Зря вы сюда приехали. Зря. Ну уж, коль приехали, постарайтесь не делать больше глупостей. И мой вам совет. Дождитесь окончания процесса и уезжайте домой. У вас еще будет много времени и подзаработать, и прославиться, а так будет плохо. И для Варенцова, и для вас тоже. Простите, я что-то не очень вникаю в суть. Вы что, меня пугаете? Пугаю. И заметьте, без свидетелей. Из самых добрых побуждений. А что, если пройдет совсем немного времени, и уже я начну вас пугать? Не думаю. Нет. Дальше пенсии меня никуда не направят. Так или иначе, через месячишко поеду на дачу помидоры выращивать. А я постараюсь, чтобы поехали чуть-чуть подальше. Там, говорят, помидоры не растут из-за суровых климатических условий. Алло? Я слушаю. Ну что, опять будем молчать? Кто там? Я Тамара Тимофеевна. Тетки Николая. Что-нибудь случилось? Мы с ней дальние родственники, знакомые, то есть. Ей самой неудобно. Вот. Ой. Это вам благодарность за беспокойство. Деньги? Это вам, вам. До свидания. Стоять! До свидания! Будьте добры, верните, пожалуйста. Нет. Верните, что пожалуйста, такое? Номер. Что такое? Я вас очень прошу. Отпустите, пожалуйста, мою будьте руку. Добры. Куда вы меня тащите? Да что верните, это пожалуйста. Такое? Отпустите. Слушай, зайдите в номер. Куда ты ее тащишь? Забирайте свои деньги и убирайтесь отсюда немедленно. Возьмите, пожалуйста, деньги. Заберите. Здесь 3000. Немедленно, я сказал. Заходите. Слушай, по-моему, она к тебе не хочет. Что здесь происходит? Заходите. Оставьте в покое свой пылесос, будете свидетелями. Вот эта женщина только что на ваших глазах пыталась дать мне взятку. Извините, пожалуйста, до свидания. Может, ее догнать? А? Не надо. Кофе хотите? С удовольствием. Ну, заходите. Помните, я вас просил вызвать свидетельницу Полушкину? Да, конечно. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, я на секундочку задержусь. Прошу. Тамара Тимофеевна, скажите, у вас есть какие-нибудь дальние-дальние родственницы? Чего? Дальние-дальние родственницы у вас есть? Ни дальних, ни близких у нас никого нет. Гениально. А что надо, чтобы были? Ни в коем случае. А вы почитайте, почитайте, ознакомьтесь. Это очень интересно. Вот это вот. Которая на сцене выступала под псевдонимом Сидоров. Ну что, очухался? Дожди еще, батя с работы придет, он тебя выдаст. Собирайся, ехать пора. Да не поеду я никуда. Хм. Вчера как нажрался, каким смелым был. А сегодня скис, да? Давай, собирайся. Не поеду я. Поехали.
Ну где, где? Где этот ваш герой вчерашний-то, ну? Ну, я не знаю. Может, рано еще? Рано. Так, давай, 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 давай. Чего давай? Давай, бери машину, иду за ним. Ты посиди, вдруг он еще объявится. Юзик, ну поехали, а? Ну поехали. Слушай, а давай им все расскажем. Все как было. Ты что, сдурел? Я не могу. Почему? Ну не могу и все. Да поздно, поздно уже. Давай сбежим. Куда? Ну что, мы так будем всю жизнь бегать? Светка-то они. Господи, ты куда? Да мне что говорить? Ну придумай что-нибудь, Светка. Я не могу, не могу. Ну придумай что-нибудь. Ты еще дома? Да, я сейчас. А где Зюзик? Не знаю, я проснулась, а его уже нет. А ну-ка. Откуда он мог деться? Откуда я знаю? Может, он в суде уже давно. Ну что, поехали? Ты что, оглох, что ли? Доска. Да успокой ты ее! Ну, я прошу тебя, Да-да, пролетающая рана. Срочно, не знаю, ну как хочешь. Прием. Успокойся, Защитник, у вас есть вопросы к свидетелю? Да. Свидетель, скажите, во время опознания подсудимый чем-нибудь отличался от вас? Ну, скажем, одеждой, прической... Еще чем-нибудь? Нет, не отличался. Вы в этом уверены, свидетель? Уверен. Подумайте, свидетель. Я уже все сказал. Ильченко,
Вы ведь сами недавно освободились из мест заключения. Вам должно быть хорошо известно, что такое колония. Я протестую. Это не относится к делу. Защитник, у вас есть вопросы по существу? Нет. Нет вопросов. Юзик. Ваня. Ваня. Юзик. Ваня, приди в себя. Ваня. Ваня, он же ведь никто его не просил лезть на эту крышу. Ты меня слышишь? Юзик. Никто в этом не виноват. Он сам. Ты понимаешь? Юзик. Он вот так пальцы растопырил. Я аж потянулся к нему. Следователь спрашивает. Этот? Нападал, значит, этот? Потерпевший. Ага, говорит. И потом вот опять на этого показывает. Вот и все. Спасибо. У прокурора будут вопросы? Да нет, все ясно. У защиты? Скажите, свидетель, вы хорошо помните, как был одет подсудимый во время опознания? Хорошо помню. Ну тогда ответьте. У подсудимого на руках наручники были? Не знаю. Вы только что сказали, что хорошо помните, как был одет подсудимый во время опознания. Неужели вы не помните, что у него было на руках? Помню. Ну, наручники были? Я протестую, товарищ судья. Защитник оказывает давление на свидетеля. Свидетель, ответьте на вопрос защитника. Были на подсудимом наручники во время опознания? Или их не было? Вы скажите, как надо-то. То есть, что значит, как надо? Расскажите, как было. А мы со следователем про это не договаривались. Как это понимать, Якушев? Мы про наручники до суда не говорили. Так значит, не было их. Я протестую, товарищ судья. Это неправда! Это неправда! Это мы заслуженный парень! Прошу тишины! Иначе я буду вынуждена прервать судебное заседание. Итак, свидетель. Ответьте суду, как все было на самом деле. Не было наручников, не было! Я вспомнил! Не было наручников! Не было, не было! Зюзина, пройдите, пожалуйста, в зал. Зюзина, вы что, меня не слышите? Свидетель Зюзина, я вас прошу, пройдите, пожалуйста, в зал. Ну что, очухался? Ну, а теперь слушай меня. Слушай меня внимательно. Значит так, если даже Светка сейчас расколется, ты говори все как надо. Нас двое, она одна. Ты понимаешь? Она в состоянии аффекта все, что хочешь, наговорит. Потому что у нее были причины, чтобы чайника выгораживать. Она беременная была, ты понял? От чайника была беременная. Я же знаю, моя мама ее на аборт устраивала. И хватит тебе ныть. Приведи себя в порядок. Нам сейчас идти. Вот. А Зюзик не знал, что она аборт сделала. Поэтому чайника и выгораживал. Он хотел отца ребенка сохранить. Зюзик! Ё-моё, опять ты начинаешь! Приди в себя! Соберись! Ваня, Ваня, милый, соберись, дорогой! Все от тебя зависит! Где свидетели Зюзины? Александра Ивановна, случилось несчастье. Свидетель Зюзин погиб 2 часа тому назад. Как погиб? Сорвался с крыши и погиб. В судебном заседании объявляется перерыв. Коля! Коленька! Давай, шевели ногами! Девочка моя дорогая! Нельзя, гражданка! Возьмите, отойдите, гражданка! Поехал! Я вас прошу, возьмите! Как
Господи! Что же вы? Вы же Кольку защищать собирались! Я вам все деньги до копеечки в кассу внесла! Они же его сажают! А вы все нет вопросов! Нет вопросов! Светка сюда и то заступилась! Петька убился! Да что же теперь делать? Что же теперь делать? Что же нет. А что? Ну что, Еленов, давай действуй. Добро. Жаль пацана. Чепцов, подонок, конечно, полный, законченный. Вот такие вот дела. Короче, сейчас перерыв, подъезжай минут 10-6. Ну, спасибо. Мужик. Ну, спасибо. Все, до встречи, пока. Дай рубль. Ты что, оглох, козел? Ну, не видишь, человеку поправиться надо. Ты что, жмот, что ли? Ну, дай рубль, говорит. Товарищи! Товарищи, милиция! Я адвокат. Проводите меня, пожалуйста, в суд. А в чем дело? Что не случилось? Пока не случилось. Но может. Вы меня задержите суток на 15, а мне через час в суде надо выступать. Ну что, проводить, товарищ адвокат? Ну, пошли. Спасибо. Пожалуйста, не жду. В суд поступило ходатайство от защитника о допросе еще трех свидетелей. У обвинителя, законного представителя потерпевшего, будут возражения? Зачем рассусоливать? И так все ясно. Защитник, объясните суду, зачем вам понадобились дополнительные свидетели? Я хотел бы выслушать тех, с кем, по выражению свидетеля Якушева, не успели договориться на предварительном следствии. Анатолий Георгиевич. Нет, пожалуйста. А Елена Семеновна? Да. Пригласите, пожалуйста, свидетеля Полушкину Анну. Полушкину. Извините, Полушкину Анну. Это та, что из больницы? Да, из больницы. Скажите, пожалуйста, Анна Алексеевна, вы присутствовали при опознании подсудимого? Да. В качестве кого? Я работаю в третьей больнице. Я дежурила тогда у потерпевшего. У больного было слабое сердце, и наш зав. Отделением Анатолий Николаевич попросил меня приготовить 2 кубика магнезии. На всякий случай. Больному очень плохо было. Скажите, Анна Алексеевна, вы присутствовали в палате, когда опознаваемых предъявили потерпевшему? Да, я у кровати стояла. Опишите, пожалуйста, как выглядел опознаваемый Варенцов? А вот точно так же, как сейчас. Он был лысый, то есть побрит наголо, и вот в этом же свитере. А руки? На руках у него что-нибудь было? Да. На руках у него были наручники. А разве их не сняли на время опознания? Вы что-то путаете? Да ничего я не путаю. Он все время был в наручниках. Спасибо, свидетель. Скажите, а где вы находились во время опознания? Я стоял рядом, вон с зэком этим. Ну, точнее, чуть сзади него. А почему вы стояли рядом с ним? Мне товарищ капитан сказал, стой, гляди, чтоб не убег. Скажите, а во время опознания подсудимый был в наручниках? Да. А как же быть еще? В наручниках? А какая прическа была у подсудимого? Как?
Плохая? Да никакой. Свежепобрита она была. А какая прическа была у остальных предъявленных для опознания? Чего? Какая прическа была у остальных? Нормально. Волосатая. Спасибо, свидетель. Я прошу приобщить к делу справку из следственного изолятора. Это выписка из личного дела моего подзащитного. Она подтверждает правильность показаний свидетелей. Дело в том, что опознание происходило 25 числа, а накануне 23-го за нарушение дисциплины мой подзащитный был обрит наголо и переведен в карцер. Ну, что там? Жарко. О. Свидетель запарен. Я здесь. Пройдите, пожалуйста. Ты же мне сказал, что он в отпуске. Ну, допустим, что имели место какие-то отдельные служебные нарушения. Но ведь вас отстранили от дела, да? Да. Не является ли ваше сегодняшнее заявление это сведение счетов с начальством? Так сказать, амбиции задетого служебного самолюбия. Ну, скажите, от чего? Ну, от чего вы так уверены в полной невиновности подсудимого? Я сейчас объясню. Да, меня действительно отстранили от дела, но я продолжал, понимаете, как бы по инерции. И я составил хронологию событий того вечера для себя. Все мои расчеты основаны на показаниях свидетелей. Они имеются в деле. Значит, потерпевший уходит от сестры в 21:20, поскольку, по ее словам, торопится на автобус, который приходит на остановку в 21:25. Далее она замечает, что брат забыл у нее сетку с банкой консервированных помидоров. И бросается, конечно, его догонять. Но находит потерпевшего уже с проломленным черепом, лежащим у пруда. Автобуса еще нет. Автобус подходит чуть позже. Значит, преступление совершено от 21:20 до 21:25. Пожалуйста, запомните это время. Далее. Подсудимый Варенцов и свидетель Яковлев утверждает, что во время визита Варенцова за вином по телевизору передают футбол. Но в этот день никаких трансляций футбола не было. Зато был подробный отчет в программе «Время» о международных встречах, состоявшихся накануне. Я связывался с телевидением. Сюжет о футболе вышел в эфир в 21:27 и завершился в 21:31 минуту. 31. Итак. Если даже поверить показаниям свидетелей Чепцова и Звонарева, которые утверждают, будто бы они слышали, как Варенцов рассказывал их приятелю Петру Зюзину во всех подробностях, как он готовил преступление, то есть подкарауливал. Товарищ капитан, не положено. Жертве на голову полиэтиленовой, чтобы не забрызгаться кровью. Ударил. Давай. Камень и пакет выбросил в пруд, чтобы орудие преступления засосало выл. Это ж надо додуматься до такого. Но после всех этих действий Варенцову предстояло бы преодолеть расстояние от места преступления до дома Яковлева, где он покупал вино. Погодите. За 3 минуты. Максимум за 5 минут. А это расстояние составляет примерно 4000 метров. По кратчайшему пути. 4 километра. Я не уверен. Но, по-моему, рекорд мира по бегу на подобную дистанцию выглядит гораздо скромнее. Минутку, свидетель. А как же заключение экспертизы?
Но у Варенцова обнаружена глина, идентичная той. Это подлог. Ранее в деле было другое заключение. Я могу это доказать. Понятно! Намухлевали! Не виноваты, Колька, я сразу про это говорил! А что тут говорить? Что тут говорить? Что за жульё? Я отказываюсь от своих показаний! Меня заставили! Ты понял? Я и его заставили! Я отказываюсь вначале, но товарищи! Они сыграли, что я говорю! Тихо, товарищи! Тихо, прошу тишины! Я требую! Сидите, Яковлевна, сядьте! Я все слышала, сядьте! Товарищи, прошу тишины! Привет. Ты один дома? Один. Слышал, конфисковали тебе. Да, все взяли. Все взяли, поганцы, волки дешевые. Хорошо, хоть вещи оставили. Самогонка-то есть? Нет, ничего. Ничего нет. А у кого же есть? У кого есть? Ни у кого и нет. Ни у кого. Воды хоть дай. Пока шел к тебе в глотке пересохло. Воды? Закончился суд? Закончился. Оправдали пацана? Освободили вчистую. Прямо там же, в зале суда. Да. А дело, значит, на переследствии. По новой искать будут. Да, наверное. Ты там свидетелем был? Был. Ну, сказал, что на меня нажали, надавили. Вынужден был парня оболгать. Да. А про меня ты ничего не говорил? Кому? На суде или следователю. Думал, я тогда заходил к тебе. Нет, зачем, боксерчик? Ты за кого меня держишь? Молодец. Умница. Ну, давай, боксерчик. Пока. Чего? Открой. Зачем? Делай. Зачем? Мне деньги тебе передать надо. Леша, пар! Открой по-хорошему, слышишь? Сейчас.
Открой, Леша! Сейчас! А то заметут меня, пропадут бабки! Сейчас! Леша! Открой! Открой, Леша! Леша! Леша, открой! Леша, ну будь умницей! В предварительной повестке дня стоит и проект закона о конституционном надзоре в СССР. От съезда не дискуссий, а конструктивных, созидательных решений, которые позволили бы уйти от кризиса. А сейчас новости спорта. Рассказывает Георгий Саркисян. Здравствуйте, товарищи. Одесса, чемпионат страны по шахматам. Еще раз мы возвращаемся к этому популярному виду. Перед последним туром, а сегодня был день доигрывания, лидируют Сергей Долматов и Александр Белявский 8,5 и 14. Чемпионом весовой категории до 71 килограмма стал японский... Это не просто ЧП. Тут хуже. Подрыв авторитета горкома получается. Ну, это уж слишком. А как же? Сколько раз упоминалось на собраниях, на встречах с трудящимися. Игорь Федорович в своей речи на кладбище говорил, в газете как-то было, что дело Одинца находится под нашим контролем. Вы же нас сами информировали, что преступник пойман, ведется следствие. Значит, горком партии тоже несет ответственности даже в первую очередь. Игорь Федорович, вы же сами говорили конкретно по делу Одинца. Да не путайте божий дар с яичницей. Игорь Федорович имел в виду общее руководство, настрой на работу. А вы нас неправильно информировали. Наше дело найти ошибку и указать на нее. А исправлять ее конкретное дело специалистов. Значит, общее руководство это партия. А отвечать от специалисты. Ну, ясно. Иван Кузьмич, я благодарен вам за то, что вы напомнили об ответственности первого секретаря горкома партии. Я о ней не забываю. Если я в чем-то виноват, Афанасий Сергеевич, я отвечу. Но я просил вас искать преступника, а не хватать первого попавшегося пацана и тащить его в тюрьму. И ни я, ни горком ваше безобразие прикрывать не будут. Все свободны. Разрешите мне, Игорь Федорович? Вы меня извините, но вы напрасно. Вы Афанасия Сергеевича не так поняли. Мы ведь своей вины ни на кого перекладывать не собираемся. Мы виноваты. Но мы виноваты не в том, вот как вы... сказали, что невиновного пацана хотели в тюрьму посадить. А в том, что мы поторопились, хотели сделать это как можно скорее. Ведь прежде чем прийти к вам, Игорь Федорович, мы еще раз пересмотрели дело. Очень внимательно пересмотрели дело, Игорь Федорович. Ну, знаете, того, что Бринцов не виноват, это я утверждать не могу. Не хватает улик, грубые служебные нарушения, это да. Но за это надо ответить. Я думаю, за это ответит тот, кому это положено, причем крепко ответит. Но я сейчас, собственно, не об этом. Я вот о чем. Игорь Федорович, вы знаете, что область сейчас нам присылает из прокуратуры следователя по особо важным делам. Игорь Федорович, просто в интересах предстоящего следствия. Я вас очень прошу.
Ну, давайте оставим все санкции на виновных, но потом отложим, чтобы область не решила, что они там наломали дров, потом передрались все, а сейчас спихивают вину друг на друга. Не надо нам этого пока. Вот приедет следователь, обстоятельно, объективно, главное, он разберется во всем, не чувствуя, так сказать, никакого давления со стороны. Вот же ведь говорят, что это адвокат, который из Москвы прибыл, что он якобы купил всех своих свидетелей. Есть такая версия. Да, Игорь Федорович, есть такая версия. Вот следствие разберется. Если мы виноваты, то значит, мы виноваты. И мы ответим за это. Но если уж не виноваты, то тут, как говорится, на нет и суда нет. Гражданин Варенцов, Николай Васильевич? Да. Одевайтесь, поедете с нами. А в чем дело? У меня есть постановление на ваш арест. Одевайтесь, одевайтесь. Ну что? Ждем тебя на воздух. По-хорошему не понимаешь, да? Детонька моя, Олечка, единственный. Отпусти! Ты чего толкаешь, Николай? Успокойся, понял? Я тебе сейчас рот закрою. Ну, давай, давай, пошел. Больно, я сказал. Давай. Какая себе парня хуже будет. Ну, давай, залезай. Ты еще ли кого припомнил, сопля. Давай. Ладно. Василий, заводи. Моя преблагая, надежда моя, Богородица, приятели щезирых, странных, предстательница скорбящих радостей, обиде моих покровительница, зри же мою беду, зри же мою скорбь, помози мне, яко немощно, откорми меня, яко странно, обиду мою весь разреши ты, яко больше.